Знаете, я лет 10, наверное, не ел вот этих вот каких-нибудь завтраков типа хлопьев, не знаю, каши. И что-то недавно мне один из моих учеников про эту тему напомнил. И я, когда заезжал в Перекресток на днях, мне это дико напомнил один из магазинов в Финляндии, когда мы закупались во время записи и сведения альбома. И сейчас, наверное, я жахну хлопьев с молоком. Почему я все это говорил и почему у меня вызвала ассоциация пожрать именно купить хлопьев на утро? Антикипа тогда показал нам очень прикольные хлопья, которые, знаете, такие вперемешку со злаками. Тогда их еще в России не было, но сейчас они уже появились. Есть, можно такого плана купить все что угодно, в принципе. Вот у нас есть питьевые йогурты, которые прям такие льющиеся, вот, а у них были йогурты, которые прям такие густые. И вот это дело получалось очень вкусным, и прям с утреца прям отлично под чаек заходило. Мы прям покупали эти коробки хлопьев, из утреца прям бам-бам с йогуртом. Просто отличнейшее дерьмо. Вот, и я просто когда заезжал в Перекресток, мне это очень сильно напомнило атмосферу. Там, ну, вы видели, он сделан очень прикольно, как будто, ну, не в России находишься вообще. Я такой, must have купить молочка и хлопьев хотя бы, потому что йогурт я не нашел, взял молочка. Вот такой вот прикольненький получился сегодня видос, такой, знаете, beer all day, как я это называю, и я, наверное, буду снимать такой каждую пятницу. Напишите мне, что вы думаете по этому поводу в комментариях, потому что мне иногда нравится прям реально снимать, вот, наснимать вот этих таких киношных каких-то переходов и вообще ничего не говорить, просто показать свое настроение и каким-то образом показать свой день. Вот, и я просто реально, ребят, хочу сказать вам огромное спасибо за поздравления, потому что на обоих каналах просто шквал комментариев с поздравлениями, я прям обнял бы каждого. Это, знаете, как у меня один знакомый мой говорит, обнял, приподнял, то есть вот такая тема прям очень няшная, спасибо, ребят. Вот, и давайте увидимся в понедельник, у меня предстоят довольно-таки тяжелые выходные, так что всем пока.